Смотрим. Грустный клуб. Sad Club. Ion Swings. Смотрели ли мы что-нибудь ранее? Да, Woody. Смотрели мы в сентябре 23 года. А что это за песня? Попала ли она, допустим, вот сюда? Нет. Да? До полного. Да? Трючок назывался. Да, вот это у нас история здесь. Вот этот трючок слушаю. Вот эту историю мы слушали. В целом музыкой занимается он с предыдущего трека. И вот сейчас у нас залетается, ну, залетает, так сказать, на 4 тречка, да. На 4 тречка. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Грустный клуб, не нужна сотка, кай. Слушай внимательно, ничего не написано, так, чтобы мы могли понять, да, что это такое, что это у нас происходит. И, соответственно, мы просто начинаем слушать. Это явно не джазик или какая-то разновидность супер-трэпа нового, да, посмотрим, что это. Текода. Let's go. Слушаем внимательно. Ага. Четыре трека, да. Прыгнул в Бентли Куб, плюсы меня, сука, возят. Я включаю грустный клуб, теперь твой рэпер не вывозит. Да, я понимаю, что ты бездна, блядь, ты в рэпе нолик. Если твоя, сука, голодна, то Айо накормит, сука. Че? Ну ладно, хватит, мэрс, он не супримыкачен. А если в городе брать, то синьку не разбирать. Да, я понимаю, что я первый, блядь, я только начал. Если выбор между тобой мой, то очевидно, я очевидно, я очевидно. Сука, я не понтусь. Твоя, блядь, выгляди так, что я сам за тебя волнуюсь. Она хочет быть поближе, но яка я не тусуюсь. У меня сучек много, будто бы карты досуют. Я бы вызвал себе бизнес, но на шторах сижу мавит. У меня филчик, каждая сука знает все задачи. Она смотрит на битмо, она смотрит на мои бабки. У меня есть красотка, нахуй это не надо. Пролетело. Следующий трек. 1.24 идет трек. Несколько разных партов. Просто как будто расчитаться, да? То есть мне просто интересно посмотреть тебе первый трек. Что это такое вообще? Куда он нас уводит? Что здесь происходит? Продюсер Бетти Кода, Айон Свинкс, грустный клуб. Будто 20 секунд слушал. Да, оно пролетает жестко, и сами по себе парты как-то не особо связаны. Ну, репрезент, да, ровный репрезент. Он звучит без особых высоких, но зато есть середина, нормально его слышно. Более-менее нормально его слышно. Погружение в стилек, ну, не прям, честно говоря. Просто норм. Просто норм. Если это действительно что-то новое, и вот максимально то, что вот он только начал, да, вот тот типа первый трек, и сейчас он дропает сразу 4 трека, ну, это очень неплохо. По звуку нормально. Погружение, ну, так, не лучшим образом. Прыгнул в Бентли Куб, плюс меня, сука, возит. Включаю грустный клуб, теперь этот рэпер не вывозит. Возит, не вывозит. Понимаешь, что ты без наблюдать в рэпе нолик. Ага, тут добавил просто слогов, да? Что, сука, голодна, то его накормит. Ну, текст, конечно, такой соу-соу на 5-6, да. Че, ладно, хватит. Принцип привыкать, если братик, сука, разврать. Во-первых, блядь, я только начал. Да-да-да, вот они. Да, если выбор, сука, голодна, то его накормит. Если выбор между, ну, это очевидно, я же. Если, да-да-да, я понимаю, да, я понимаю. У меня сучек много, будто бы карты тасую. Но я кай, я не тусуюсь. Она хочет быть поближе, я сам себе волнуюсь. Я вызвал себе бизнес, что в шторах сижу в майбах. У меня филки кэш, но та сука знает все задатки. Смотрит на витмо, смотрит на мои бабки. Ветемент
Бан писать надо, да? У меня есть визит, но нахуй не надо. Ритмика заполнена по слогам. Ну да. Чисто текст имеет в виду с точки зрения рифмовки, да? Ну-ка еще разок. Ну-ка давай еще разок. И перейдем на второй трек. Прыгнул в Бентли Куб, плюсы меня, сука, возит. Я включаю грустный клуб, теперь твой рэпер не вывозит. Да, я понимаю, что ты бездна, блядь, ты в рэпе нолик. Если твоя, сука, голодна, то АИО накормит, сука. Ну ладно, хватит, мэрс, он не суприм и качен. А если в городе брать, то сучка едет прозрать. Да, я понимаю, что я первый, блядь, я только начал. Если выбор между тобой мой, то очевидно, я очевидно, я здесь неплохой, да, ну типа вместо припева у нас просто дропчик такой, да. Ну, либо. Ой, сука, я не понтус. Твоя, блядь, выгляди, так что я сам за тебя волнуюсь. Она хочет быть поближе, но я кая не осталась. У меня сучек много, будто бы карты тасую. Я бы вызвал себе бизнес, но на шторах сижу мавит. У меня филчик, каждая сука знает все задачи. Она смотрит на битмо, она смотрит на мои бабки. У меня есть красотка, нахуй это не надо. Нет, все-таки паузу постараюсь, хотел сказать, идем дальше. Нет, тут есть что о чем поговорить. Интересно, он меняет контрасты, интересно, он меняет голос, интересно, он меняет тембр. Да, что-то есть, короче. Что-то есть. Бэк-вокал неплохо поставлен. Неплохой был, да, здесь между куплетами дропчик тоже. В принципе, со второго прослушивания заходит больше, но бит агрессивный, да, жестко. Вот такой бит, да, больше. Как-то так, бро. Как-то так. Мягко идет. Ну, он старается. Чё-то-то-то тусусь. Та-ба-та-та-та. То есть он старается делать интересные вещи. Старается. Ну, не знаю, такой норм. Лору 77. Здорово. Приветствую тебя, дружище. Здорово. Это норм, да? Рэпер не вывозит, да, я понимаю. Есть несколько. Вы не вывозит, да, я по ним. То есть, когда он замедляется, идет на послоговый, ну, норм просто, норм. Ромочка альбом вышел. Все альбомы здесь, в голосовании, и будут они. Вот не факт, что завтра, да. Может быть, завтра синглы поразбираем. Может быть, альбомы, синглы, как всегда, да, посмотрим. Посмотрим. Что ты бездна, блядь, ты в рэпе нолик. Если твоя, сука, голодна, то АИО накормит, сука. Ну ладно, хватит, мэрс, он не суприм и качен. А если в городе брать, то сучка едет прозрать. Да, я понимаю, что я первый, блядь, я только начал. Если выбор между тобой мой, то очевидно, я очевидно, я очевидно. Слушай, ты что, блин, бро, занято все вообще жестко. Новинки завтра, мы даже сегодня новинки не успеваем послушать. Да. Сейчас слушаем совокупность старых треков из голосовалки и донатных треков, чтобы успеть до Нового года. Поэтому просто так послушать трючок никак не могу. Даже если это будет какой-то донатный трек, он все равно будет встанет туда под конец, и мы до Нового года типа послушаем его. Может быть, да, бро, может быть. Может быть, да. Поэтому пока вот просто так никак, бро. Все забито пиздец. Пиздец. Маленько пытается, но пока оттачивает, и в этом звуке сейчас время там орать равно успех. Ну, как равно успех орать? Просто так орать не получится, ведь а скримить тупо на шару нет. Ты должен чувствовать, ты должен меня. Вот он, смотри, вот он меняет. Включаю грустный клуб, теперь твой рэпер не вывозит. Да, я понимаю, что ты бездна, блядь, ты в рэпе нолик. Если твоя, сука, голодна, то АИО накормит, сука. Ну ладно, хватит, мэрс, он не суприм и качен. А если в городе брать, то сучка едет прозрать. Если брать, то сучка едет прозрать. Да, он не суприм и качен. Вот он ровно, да, суприм и качен. А если в городе брать, то сучка едет прозрать. Все, он дает контрасты, короче. Дает контраст. Все, следующий трек не нужна. You're the sweetest thing.
Да не, сейчас дроп будет страшный. Это нас наебывает. Что за 200? Два пары за Нексан. Я чё так устал, ведь мой дрип со светло пальман. Я снова поднимаю, это сука везет меня, но я не знаю куда. Я будто бы потерял сейчас мысли, походу мне хватит играть. Сука, надо сдавай меня, если хуйня, то не ты наливай меня. Она нравится, достань меня, я как-то тебе, тебе не донат меня. И она так хочет опять возвращать меня, но я знаю, не получится больше. Сука, я знаю, мои бабок много, и мне хватит и подольше. Я такой манер, будто бы я в шахте, но все знают то, что я не колба. Баки сижу в фага, нашли хуйня, обращай внимание. Выпьет, но братьев синего выиграет. Стремная сука, кипять скипаем. Два бара на носителе, я вирус вегом и переносителем. Да я поднимал, то там могу быть потише, но все знают, что я буду громче. Я могу сделать типа, но если я сделаю это, то ты сдохнешь. Ты мне не нужна, окей, бля, ты мне не нужна. У меня 2 грамма блант, еще группе удар. Тут что-то не так, сука, тут что-то не так. У меня данный во рту мозгах, что-то не так. Это я плохой мудак, сука, я плохой мудак. У меня аптека дома, никто не поймал. Навсегда во снах, суки, навсегда во снах. А эта сука меня любит, но мне поебать. Со мной твоя бля, я буду ебать ее. Но если честно, она отрицательна. Я не могу уже смотреть внимательно. И мне похуй то, что она ебает. Красивые лица, но сука, к детали. Парис Сен-Жермена на мне еще и дали. Я проебал в кассе, как тиквай. Сейчас ты на большую отстали. Ты мне не нужна, окей, блядь. Вот здесь ты сделал прикольно по тексту. Но куда-то полетел, и все заживалось на бите осталось. Да, красивое лицо, но где сука талия, Парис Сен-Жермена, значит, Италия, проебал. Гвала сейчас лето того же состояния. Что-то, да. Не заново, рту, в мозгах что-то не так. Я плохой мудак, но все говорят, пиздец, блядь, бро. Этот трек хуже по реализации в целом. Мой дрип сайз витмо бальман. Снова поднимает, а сука везет меня на не знаю куда. Буду потерялся сейчас в мыслях, походу мне хватит играть. Мне 2 бара, зан и ксан. 2 зана в даблкапе. Такой манер в шахте. Все знают, что я сейчас не копаю. Окей, бро. Мне кажется, он бежит вообще. Ты мне не нужна, у меня 2 грамма бланта носителя. Я вирус вегом и переносителем. Да я подниму. Прям здесь он очень много. Прям вот этого сделал, что-то баг. Не нативно немного. Когда он немного это замешивает на концовочке фраз, допустим, это нормально. Мало-то там могу быть потише, но все знают, что я буду громче. Я могу сделать типа... Но если я сделаю это, то ты сдохнешь. Ты мне не нужна, окей, бля, ты мне не нужна. У меня 2 грамма блант, еще группе удар. Тут что-то не так, сука, тут что-то не так. У меня данный во рту мозгах, что-то не так. Это я плохой мудак, сука, я плохой мудак. У меня аптека дома, никто не поймал. Навсегда во снах, суки, навсегда во снах. А эта сука меня любит, но мне поебать. Со мной твоя бля, я буду ебать ее. Но если честно, она отрицательна. Я не могу уже смотреть внимательно. И мне похуй то, что она ебает. Красивые лица, но сука, к детали. Парис Сен-Жермена на мне шеи дали. Здесь нормальный текст, тут полный. Ты мне не нужна, окей, бля, ты мне не нужна. У меня 2 грамма блант, еще группе удар. Да чё ты не так, сука, ты... Бит вообще разъеб. Бит жесткий разъеб. Что-то не так, у меня данный во рту мазал, что-то не так. Это я плохой мудак, сука, я плохой мудак. У меня аптека дома, никто не поймал. Навсегда во снах, суки, навсегда во снах. А эта сука меня любит, но мне поебать. Короче, если сравнить, первый трек поинтереснее. Бит сумасшедший, идея ёбнутая. Реализация средняя. Тут, во-первых, надо держать вот это, опускать, так сказать, тембр, да, и еще на скорости этими местами ебануться, еще и текст держать сносный и ритмику. С куплетом, с припевом ты переборщил, как бро, однозначно. Такое, да. Угу. Следующий трек — сотка. Ну, работает на битах на разных, да? Дает разнообразие, ничего. Мой стиль из 10, ты знаешь.
что он будет сотка. Не отказал мне плюшки, она знает, что ей можно. Не могу определиться, мой бы бизнес это сложно. Деньги не исправят ее, она безнадежна. Да, я грибу пачки, но она знает, что я могу больше. Я с собой топ, сука, бог, моя стоит больше. Тогда я могу вот так, но и так буду громче. Если выхожу гулять, синоптик обещает дождь. Сразу оставайся, пойму, чего стоишь. Да, но я без памяти, сука, ты если помнишь. Я честно не знаю, но я знаю, что ты гонишь. Я честно не знаю, но я знаю, чего ты стонешь. Я мала, закругляйся, хватит. Да, я она знает, что не всегда нам тут хватит. Да, я в новом мерсе, он знает, что он шакатит. Я в его суке, он знает, она не катит. Да, я грибу пачки, но он узнает, что я могу больше. Я с тобой туп, сука, ну, да. Бог, моя стоит больше. Да, я могу прям вот так, но и фишка так экспериментов, громче, короче. Если выхожу гулять, синоптика обещает дождь. Да, я грибу пачки, но он узнает, что я могу больше. Я с тобой туп, сука, Бог, моя стоит больше. Да, я могу вот так, но и так буду громче. Если выхожу гулять, синоптика обещает дождь. Последний удар в бит. Так себе. Заживал. Слушай, ну прям эксперимент, да, какой-то. Прям совсем по-разному работаешь. Здесь на тембре, на таком прям ровно, когда летишь, более или менее тебе верится, да. Ну, лучше, чем вот игра голосом до этого. Текст. Грибу пачки нала, но знаешь, я могу больше. Взял с собой топ, суку, похуй, моя стоит больше. Да, я могу вот так, но я и так буду громче. Если выхожу гулять, синоптик обещает дождик. Ну, что-то, что-то, да. Вот опять же, во второй части норм. Мой стиль из 10 тысяч, наверное, будет сотка. Знаете, можно, не могу говорить, Майбах. Не могу определиться, Майбах бизнес, это сложно. Между Майбахом, премьером, ультимой, блядь. Бизнес. Окей. Это сложно, деньги не справят, и она безнадежна. Я говорю, пачки на вот, знаешь, знаешь. Что это, сука, похоже, стоит дороже. То есть, помню, что стоишь. Сука, ты помнишь? Бам-бам. Не знаю, но я знаю. Ты гонишь. Пиздец рифма, бро. Оставайся, пойму, чего стоишь, да я без памяти, сука. Да, если помнишь. Я честно не знаю, но я знаю, чего ты гонишь. Я честно не знаю, но я знаю, чего ты стонешь. Закругляйся, хватит, она, знаешь, не знаю, но хватит. Но Мерси катит, я, суки, она не катит. Окей, вот это кайф, да, она не катит. Сейчас катит, она не катит, это кайф, да. Это эпифор, это заебись. Самый топ от эксперимента. Да, согласен, то есть он попробовал по-разному отработать. На разные биты, ну, за биты, за выбор битов, респект. Сотка может потягаться с первым треком, но, наверное, нет. Наверное, первый трек пока забирает все же. Да. Первый трек забирает грустный клуб. Ну, есть и вайб грустного клуба тоже. Угу. Трек Кай. Let's go. Ого, какой высокий звук. Здесь залетишь, бро. Ай, не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаюсь, не я ближе к маю. Ай, я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Чё делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. Мне больше надо, два или три бара. Бармен, да не я, да хотя лучше не надо. Нет, ну и правда, не могу спать без надо. Сука, кем ты стала, если вру, ну и хочется, сука, знай, не прощу, и бизнес у тебя сложится. Знаешь, что я смогу справиться с хуйней тоже я. Чё-то я ща грущу или просто тревожусь. Не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаюсь, не я ближе к маю. Ай, я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Чё делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. Не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаюсь, не я ближе к маю. Ай, я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Чё делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. Добро. По темпу самая интересная работа. Да.
самая интересная работа по тембру. Да. Точно. Самая удачная. 100%. Я гарантирую это. Самая удачная работа по тембру из всех треков. Вот это. Когда ты не особо играешь сюда, да? Получается хорошо. Не сильно бежишь. То есть ты здесь наиболее себя показал. Наилучшим образом. Текст временами пиздец, конечно. Вот. Но в целом, это целостная песня. И она наиболее вайбящая, на мой взгляд. Если надо выбрать лучшую, а выбрать надо лучшую, это то, что надо. Да. Угу. Текст бы потянуть, что-то я не понимаю. Это клиширован по тексту, познакомиться лучше. Да. Угу. Хорошо флом основной режим. Да, я лучший. Лучший. Самое естественное, да. Тут меньше всего ты, короче, тужишься, меньше всего напрягаешься и показываешь каких-то вещей, которые, ну, тебе не свойственны, да. Меньше всего ты показываешь. Показываешь больше себя настоящего. Угу. Припев. Куплета 2. Припев так сделал. Да, не знаю, насколько имело смысл вот это повторять. Может быть, аутро какое-то имело смысл сделать поинтереснее немножечко. Ну-ка еще раз. Ну, бля, свидос сильно отличается. Очень громко, просто охуеть. Самое естественное, без пародии, да, да. Бит под темп, да. Не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаюсь, не я ближе к маю. Ну вот, вот она твоя история. Мягенький, да? А там, где надо прям разъебывать, да, прям рейджем давать. И ты свой мягкий тембр, да, достаточно высокий, пытаешься закрутить под эту историю. И получается, хуй пойми что. А здесь спокойно. Я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Что делать не знаю, правда, хочешь знать, кто... Закончил беспонтово по тексту. Я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Что делать, не знаю, правда, хочешь знать, сколько стою. Плохо. Не особо созвучно. Не особо созвучно. И реализовано неудачно по количеству слогов. Не лучшая концовка. И этой концовки очень много. Вот единственный нюанс, который мешает слушать этот трек, не считая текст. Да. То есть, и она повторяется дважды в конце. Прикольно, ты два куплета отработал по разнообразию, опять же, да. Вот это тоже хорошо, ровненько. Вот тут концовочка смазана немного. Мне больше надо два или три бара. Бармен, да не я, да хотя лучше не надо. Вот даже, да, вот эту часть. Ну и правда, не могу спать без надо. Сука, кем ты стала, если вру, ну и ладно. Если вру, ну и ладно. Угу. Послоговая неплохая в этом куплете. Я не могу уже, но что-то дальше хочется. Сука, знай, не прощу, и бизнес у тебя сложится. Знаешь, что я смогу справиться с хуйней, должен я. Что-то я сейчас грущу или просто тревожусь. Не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаю с ней, я ближе к маю. Ай. Я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Что делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. Не чувствую себя, но ты спасибо, Кай. Нет, не вернусь, не стану, стаю с ней, я ближе к маю. Я только выдыхаю, чувствую, будто я в раю. Что делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. От 1 до 10, чат, за эпишечку, чё поставили бы? Чё поставили бы? Чё-то, да? Грустный клуб. Not bad. Неплохо, бро. Неплохо. Тут мы ставили другие оценки, да? Поэтому я вот сюда приведу к базе, да, это все. 6-7. Ничего себе, норм. Очень норм. 6-7. Нормально. 5 баллов. За трендовость актуальный жанр 100%. Реализация стиля сильно разнится. Сильно отличается, насколько сведены треки, насколько ты реализовал их. Блин, сложно сказать, честно. В
В целом, вот где-то вот какие-то парты вот прям хороши. Ну, хороши типа на 6-7. Где-то прям 3-4. Я бы 5 оставил, знаешь, на реализации. Очень много разных вещей ты отработал. Сложно сказать, что это прям все хорошо, плохо. Если надо, это, не знаю, совет, рекомендацию, то скорость вот эта, низкий темп и скорость сложно идет. Самый лучший последний трек. Не считая последней строчки припева, не считая текста. Да, даже хорошо ты по слогу и в куплетах сделал. Высокий голос — твоя история. 5. Индивидуальность, харизма. Опять же, смотря где. 6. Где-то 6, где-то неестественно погрузился. Вот опять тоже как будто 5, а? Сейчас. Секунду. Твой рэпер не вывозит, да, я понимаю, что ты бездна, блядь, ты в рэпе ноль. Она так хочет опять возвращать меня, но я знаю, не получится больше. Сука, я знаю, мои бабы. Здесь там 4:30. Оступаюсь, пойму, чё ща катит. Я в его суке, он знает, она не катит. Буду громче, если выхожу. Ты вру, ну и ладно. Я не могу уже, но чё-то дальше хочется. Сука, знай, не прощу, и пизда суть осложится. Знаю, что я смогу справиться с хуйней тоже я. Чё-то я ща грущу или просто тревожусь. Не чувствую себя, но ты спасибо, ка. Нет, не вернусь, не стану, стаюсь. Ближе к маю, ай. Я только выдыхаю, чувство, будто я враг. Чё делать, не знаю, правда, хочешь знать, как сто. Не чувствую. Слушай, где-то прям, ну, 7, может, нету, да, но 6 типа есть. 6 можно поставить. За последний трек, предпоследний трек, пару партов в первом треке, да. Структура, ритмика. Последним затянул немного. Припевом вторым, в первом партой сделал. Разные сочетаются. Ну, просто норм. Шесть, бро. Текст 5 баллов. Оставлю. Даже в рамках жанра, честно. Три балла готов поставить. За неплохое разнообразие в рамках попыток твоих. За неплохую реализацию последнего трека. Спасибо. Что-то есть. 2-3. То есть это не 3-4, да? То есть это не вот так. Это вот так. 2-2 как будто мало. 3 норм. Такая история. 43 балла. Спасибо большое. Лучший трючок однозначно последний. Кай, слушай внимательно, оценивай. Let's go. Не вернусь, не стану, ставить дня, я ближе к маю. Тут 3 плюс, да, 3 в сторону вот ту. Спасибо большое. Спасибо большое, дружище. Развивайся в любом направлении, которое посчитаешь нужным. На мой взгляд, неплохо ты считаешь куплеты, вообще в целом структуру.
не все выбранные форматы флоу реализованы тобой. Наилучший тембр, который садится на бит, который тебе удобный, и вот видно, что ты меньше играешь, это в последнем треке, Кай, который называется. Надеюсь, это было полезно. Спасибо тебе большое за поддержку нашего замечательного проекта. Мы как раз выпустили вовремя, когда у тебя все это вышло прямо сегодня. Респект.